По факту массового отравления в Буйнакском районе возбуждено уголовное дело. Напомним, по предварительным данным, с 19 июня 2022 года симптомами пищевого отравления в инфекционное отделение районной больницы поступило более 50 человек. Известно, что люди принимали в пищу продукцию, приобретенную в одной из местных кондитерских. Сейчас проверкой данной информации занимается прокуратура республики. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».